Я очень рада в этот день видеть всех своих родственников, друзей в этом красивом зале, в этом замечательном месте, в самом центре Нью-Йорка. И предвкушаю, что день рождения должен быть очень веселым, хорошим, жизнерадостным, потому что город, в котором мы находимся, дает нам энергию, дает нам веселье. И, в общем-то, из-за этого я и решила сделать выездную сессию своего дня рождения, походную, именно здесь. Я к этому дню уже готовилась, наверное, 2-3 месяца, и мне это давало хорошее настроение и тонус. И я очень люблю Нью-Йорк, это мой любимый город, наверное, в Америке. И поэтому я рада, что я могу это отметить здесь, а не в Сент-Луисе, и что я вас всех тут вижу. И and let's have fun and dance and enjoy yourself. Спасибо, что ты была со мной все эти годы, что дала мне радость замечательных детей. Спасибо за твою жизнерадостность, мудрость, темперамент, советы в бизнесе, за благородство в генах и крови, за улыбку, за единение сердец и помысла. Будь здорова и счастлива, моя жена. Их не пускали жить в одной комнате. Больше я ничего не сказал. На следующий день прибегает ко мне Инна и говорит: «Мазл тов!» И я сделал продолжение. Пускай несутся вскачь года с тобою, Игорь. Лена с Владом, а остальное – ерунда. Чему я это рассказываю, я забыл совсем. Просто я хочу выпить за Инночку, за такую красивую, за такую стильную, за такую классную, чтобы ты оставалась всегда такой, какая ты сегодня. Спасибо.